Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хочу показать вам вот такая вот вещь, дезиспрей, антибактериальное средство. В общем, средство очень хорошее. Применять надо 2 раза в сутки, каждые 12 часов. Использовать можно, в принципе, при ранах, там, даже ну, на всех, и крупнорогатых животных, и копытые рога обрабатывать. И собаки, кошек, и поросят, и курей, и всех. В общем, отличное такое средство в аптечке, которое мы сейчас с радостью используем на нашем поросенке, которого повредили немножко. Не было у нас его вчера, мы засыпали просто ледоформом. Сейчас дезиспреем этим обработаем. Упаковка, расфасовка, видите? Распылитель веселый такой, очень удобный, шакает, хранить в холодильнике от 5 до 25 градусов температура хранения. Ну, в общем, средство отличное. Как видите, ранка. Сейчас, подожди. Илюха, отмоешься. Все, подожди. Шакает добрых. Да помой сейчас, смыл, запарил. Как видите, ранка подсохла, вроде нагноения нету. Теперь раз в 12 часов будем обрабатывать ему. Я думаю, дня через 3-4 зарубцуется уже. Обрабатывали на больших свиньях. Хряк подрался с другим хряком, и тут ему вспорол шею. Сантиметров 30, наверное, длиной была рана. И глубокая такая, на глубину клыка, наверное. Ну, прямо аж сало видно было. Думали, что что-то будет с ним нехорошее. Начал вот эта шняга прыскать. Тьфу! Затянуло, как на собаке. Остался только шрам. А так как шрамы есть, шрам видно. Украшают мужчину, поэтому это даже и хорошо. Девки лучше дают. Пойдем этого дрыща нашего побрызгаем. Израненного. Вот он наш. Походу, ему еще раз придавили лавку. Надо не забыть завтра с утра тоже брызнуть. Завтра с утра еще побрызгаем. Посмотрим, опять поранился. Они, видно, по нему топчутся. Зараза. Ну, вот, ребята, прошло где-то... Ой, я грязным пальцем траву рвал. Прошло где-то... Дней 10, не больше, наверное. Как видите, рана полностью затянулась. Поросенок он чувствует себя отлично. Подрос. В общем, ничего страшного в этом нет. Вовремя обработать. Я думаю, да, на продажу, через 2 недели продажа, у него даже шрама не останется. Так что будет супер все. Поэтому, если, не дай бог, какая-то происходит такая... этот самый повреждение у них, смотри, разбегались как мухи, не переживайте сильно, все затянется, все зарастет, и на развитие его это особо не скажется. Он, в принципе, размерами, как и все его братья и сестры, если не больше. Да, если даже не самый маленький, скажем так. Так, ребята, посмотрите, как затянулась наша рана. Сейчас. Не, это девочка. Полностью затянулась, отлично все. Он здоровенный, все классно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пусть ваши поросята никогда не болеют, никогда у них не будет никаких проблем. Они приносят только вам радость и много-много американских денег. Можно русских, украинских, белорусских, любых, казахстанских, любых денег. Главное, чтобы побольше было. Всего доброго.